Привет, друзья! Ну вот, кто выиграл конкурс? Как раз я и подписал дорогой Анне Комаровой с пожеланием здоровья и успехов победителю конкурса от Хаса Алиева и расписался. Но мне это вообще было приятно сделать, потому что на самом деле я, конечно, не ожидал, сколько желающих было участвовать на конкурсе. Ну, выигрыш есть выигрыш, потому что у нас же это происходит по инициативе нашего литературного агента Нелли Зариповой. Она и сказала, что это подсчет голосов, там, и кто выиграет эту книгу, и кому она сейчас будет послана подарком, значит, там производится автоматически, то есть никто там лично не участвует, там нет человеческого фактора. Значит, достойный выигрыш. Ну, хорошо, дело не в этом. Это я поздравляю, все мы вас поздравляем, у вас будет наша книга, там есть новые приемы, ключ 2, там элементы, там есть, такие вещи есть, которых раньше в книгах у меня не было. А теперь будут наши участники школы новые мне сейчас присылают, и вы тоже разрабатываете, вы уже принципы и правила стратегические знаете, как разрабатывать, а не только подбирать себе приемы, чтобы каждый мог себя научить так регулировать свое состояние в наше сложное и трудное время. Но я хочу сказать о главном. У нас 20 часов завтра будет вебинар. Как таким этим универсальным методом ключ решать конкретные свои задачи. И вот для этого я специально готовился. Но так случилось по счастливому обстоятельству, что мне друзья помогли найти моего старого-старого друга, который не просто изобретатель, это заслуженный, это человек, которого в мире знает его имя, да, и он еще и дружит с другим изобретателем, который вообще тысячи изобретений сделал в мире, столько задач решили они, у них там и свои компании, и с кем они работают, и по всему миру, это серьезные люди. И мы с ним об этом говорили. Я говорю, слушай, я имен не называю без согласования. Поэтому у меня сейчас нет времени опять ему звонить и спрашивать, можно ли я спрошу твое имя там и скажу твое имя. Ну, поэтому пусть это ему тоже будет сюрприз. И мы с ним разговариваем, и я ему говорю, слушай, а вот я же занимаюсь у нас в школе «Человек будущего» тем, чтобы вы... принимать решения неординарные в условиях сложных временных затруднений, в этой неопределенности, многозадачности, когда надо и то, и другое, и третье, все это в голове, чтобы сложилось. Как это сделать? Как раз я буду вебинар проводить. А он говорит, слушай, самое интересное, вот мой друг говорит, а тот постарше, там 80 лет. Он говорит, столько задач решил. Любую, говорит, решает, и причем, говорит, в любой области жизни. Не только технические. Но и технические, и в химии, и в физике. Хоть болеть, говорит, ему задачу поставь. Он ее... Вот представляете, голова какая, да? Но он очень известный человек в мире. Он один, кстати говоря, такой. Но дело тоже не в этом. Дело в том, что вот это состояние, говорит... которые ты с помощью ключа делаешь. Люди получают состояние свободного сознания, когда нет страха, когда нет шаблонов мышления, которые мешают тебе понять, как решить вопрос. Да. Я, говорит, его давно знаю, давно применяю, и, конечно, если ты об этом будешь показывать и рассказывать, конечно, это очень здорово, потому что мы с ним много-много лет не виделись. Вот. Конечно, это очень здорово. Я говорю, слушай, твой друг, которому там за 80, он сам это состояние вызывает, а у него ученики есть. Он говорит, ученики есть, он пытается им объяснить, но у него нет приемов, как это сделать. Я говорю, я-то ему дам эти приемы, у нас-то они есть. Очень хорошо, в общем, он меня завтра с ним свяжет или послезавтра. Но самое интересное другое. Самое интересное то, он говорит, любую задачу решает, это честно совершенно. Он задачу любую решает, но при этом, говорит, у него иногда бывает полминуты-минуты, когда он, говорит, бывает в напряге.
а потом запускается механизм, и он уже ее решает. Вот эту минуту, полминуты. Слушай, я говорю, я могу ему помочь. Да. А почему у него, говорю, это бывает? Он говорит, ну это бывает потому, что он мне так объяснял, что затруднение... Он говорит, всегда главное знает, что он задачу решит. Прошу вас всех, друзья, перед вебинаром обратить на это внимание. Самое главное вот это вот, что это будет решено. Потому что я так понял из его опыта, а это же опытнейший человек, из его опыта понял, что это как раз-таки та преграда психологическая, смогу я или не смогу. Ну, обратили на это внимание, да, зафиксируйте себе в памяти, что когда вы пытаетесь что-то решить, а завтра мы это будем практически делать, отрабатывать этот навык, чтобы этот барьер психологический перемахнуть. Самое главное вот это ощущение говорит. Получится у меня или не получится? Вот в этом вся соль. А мы это делаем через перезагрузку ключевую. Мы это все делаем, мы завтра будем это делать. Так вот. Ну, это очень здорово, правда? Вот этот момент он нашел, понимаешь, потому что он всю жизнь этим занимается, и он нашел, что вот этот момент самый главный, о чем он мне сказал, о чем я вам и говорю. Да, но я знал об этом всегда, я же сам тоже изобретатель, и всех учу. И у нас в школе на стене написано, чем мы занимаемся, и озарение по заказу, и все. Мы же этим занимаемся. Но он меня, как бы, ну, как говорится, вот этим примером живым, что человек, которого знает весь мир, который решил столько изобретений, ну, больше, чем у него, ни у кого нет в мире, что у него вот это, вот этим опытом поделился, и он этим мое понимание и мое мироощущение, и то, чему я, собственно говоря, всех и учу, он подтвердил. Вот это важно. Вот это важно. И вот завтра мы будем этим заниматься. Да, снимать психологический барьер. Самое главное, повторяю, чтобы вы были уверены, решая любую проблему, что вы ее решите. Ну, вот это же есть трудность. А потом он запускается, а дальше я вам все покажу и расскажу, как надо делать. Как решать свои конкретные задачи. Этим универсальным методом ключ. Ну, хорошо. Значит, еще раз поздравляю конкурсанта, который выиграл книгу, прекрасную книгу. Видите, здесь написано «Заставь стресс работать на себя». Этого же в мире нет. Все только стресс снимает, а чтобы стресс использовать как трамплин для решения любой проблемы, вот это мы и будем делать завтра на вебинаре. Уникальнейший вебинар. До встречи. До встречи.